Какой он, учитель будущего? Накануне определяли в Чебоксарах. Конкурс с таким названием провел Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлева. Очный этап прошел в Театре чувашской драмы. На сцене и за кулисами за конкурсантами наблюдала наша съемочная группа. Студенты 4-го курса факультета чувашской и русской филологии Чувашского государства академического университета имени Ивана Яковлевича Ирина Петровна Тимофеева. Ее педагогическая кредо — сначала любить, потом учить. На сцене финалисты конкурса «Учитель будущего 2018» из 6 педагогических вузов страны. Этот конкурс сегодня не просто внутри вуза, этот конкурс между педагогическими вузами. И, соответственно, это говорит, обогащает, во-первых, расширяет возможности становления, профессионального становления студента. Обмен происходит опытом, традициями, которыми у каждого вуза своя. В этом году на участие поступило 52 заявки. В очный этап прошли 12 лучших молодых педагогов. Так что перед жюри сложный выбор. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой на то, что дети захотят учиться. С надеждой на то, что учитель, вопреки всему, а не благодаря обстоятельствам, будет сеять, скажу банально, разумное, доброе, вечное. В программе три конкурса. Первый – ораторское мастерство. Дарья Савина в своем выступлении на простом примере показала, как добиться того, чтобы информация не вылетала у детей из головы, как только они покидают класс. Не вот, дети, это Даня, обведите указкой на доске и запомните. Нет, а Ганс Христиан Андерсен, влюбленный в шведскую певицу Жанни Линд, едет за ней в Швецию. Я поняла, когда пришла к детям, это так интересно, это так увлекательно, потому что дети дают тебе столько энергии, столько радости, и ты сам чувствуешь себя ребенком, уходишь с таким настроением и забываешь про все проблемы, которые у тебя вообще существуют. Следующий конкурс – невыдуманные истории. Команда КВН играет нерадивых учеников. Задача конкурсантов – разрешить типичную школьную ситуацию. Одна из них – ученик прогуливает физкультуру. Ты будешь здоровым, сильным, красивым, и даже девочки будут на тебя смотреть. В смысле даже? Из 12 финалистов всего двое парней. Эдуард Викторов из Мариэл учится по направлению физическая культура, спорт и туризм. Его кредо – индивидуальный подход к ученикам. Например, у меня никогда не получалось подтягиваться, и мне ставили двойки. Вот что скажете, что будет у тебя с такой ситуацией? Как действовать? К вам я сделаю индивидуальный подход. Придумал методику, как вам улучшить ваш плечевой пояс, чтобы вы смогли потянуться. В течение всего конкурса участники пытались ответить на вопрос, кто такие учителя будущего. Наша съемочная группа приготовила свой ответ. Вот они. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.